Так, ну и что? И кто ты? А я кто? Я вообще кто, Серег? Ты? Я кто? Да ты, у тебя есть какая-то информация? Ты вот этот тип, который этот собачий корм хавал, понял? И такой, да нормально было, оно там тогда было, нормально. Я пробовал. О, знаешь ты кто? Ты вот этот, блядь, испандер дома, который... О, найден вообще артефакт какой. Да, вот это типы. А он еще типы, которые с ним ходить продолжали. По улице они ходят вот эти. А ты вот этот, дура, который разговаривает через стекло в поезде. Я все! Я поехала! Все! Я не... Алло! Ну а что? Расставание, знаешь, такое дело. Ты вот этот, который на первом этаже, у него на решетке чисто, он в тюрьме там, блядь, сидит. Все это, чтобы никто не залез. Не, ну, в целом, нормально. Не хотелось бы, чтобы к тебе залезли. Ну, согласен, целом... ну, что у тебя окна на решетках? Ну, в целом, есть же просто типы, которые проходят такие, а что там у вас такое? Вы там что делаете? Вот это же... Это тот, который телевизор стоит. А у вас там, о, что у вас тут? Ну, точно же, так это... Слушай, вот это ебанес, и вот этот, который на первом этаже, у него просто нету вообще ничего. Чего? Понял, у него там прожектор, он чисто ходит без трусов, там что-то жарит, блядь, ты такой, ух. Бля, ты был на вот этом самообслуживании, когда самому надо продукты пробить, когда там ставят человека, потому что люди сами не могут. А, типа современная тема. Ты вот этот тип, реально, вот этот, который я сам сделаю, пошел, блядь, сам пробивать, уже зовет, а помогите, я тут не знаю, ты же сам вызвался, ебаный в рот. Да, говорит, ты сам пошел, говоришь, я сам, ну так делай сам. Бля, ну а вот эти типы, которые снюс. Ты вот это, да, реально, которые вот это, ты чисто под губой лежишь. Это ужас. Снюс, вонь. Чисто доместос. Пацаны, что, поснюсим? Поснюсим. Поснюсим? Ты что, долбоёб? Какой снюс? Слушай, а ты вот этот, который пошел дрессировать сам? Вот это, на площадку он там. Ебать, у него программа дрессировки собаки. Он из пуделя комиссар Рекса собрался делать. Реально, в Москве же дохуя вот этих, типа, мест дрессировки собак. Не, так ладно, а нахуя ей вот это в кольцо прыгать? Это для чего? Какая цель? Типа сидеть, лежать, окей, вот это, в кольцо. Да, когда-то вы будете убегать, и она такая, сюда, хозяин. Ну, она съебется, да, ты что? Она вот это в подвал туда залетит. Тогда, по идее, ты тоже должен с ней уметь прыгать в кольцо. А ты что, будешь стоять смотреть? Ну, вот она спасет. Видали, как она съебалась? Блин, а ты ходил хоть раз на выставку вот эту собачью? Ну, я долбоеб, по-твоему. А я ходил. Ты тип, который вот этот, слушай, в цирк ходил недавно. Слушай, давно не был, так понравилось. Вообще класс. Я вот в детстве ходил. Что ты ходил, что ты пошел? Ты вот это, кошачья вонь. Вот это когда ты такой, ну и воняет у тебя, конечно. Он такой, а мне уже не воняет, я здесь уже живу, мне кошачья моча не пахнет. Ничем, от него чисто от всего воняет. Ну нет. Да-да. Ну ты что это? Не, ну вот эти вонючки кошачьи, ты что? Слушай, а ты его знаешь, какой тип? Вот этот, который подходит, такой, а вы не знаете, где здесь дом? Такой, ебать, у тебя телефон, вот ты его держишь. Открой навигатор, посмотри, я тебе нахуя. Это согласен. Открой, напиши, я тебе что? Тут, я Google, по-твоему, он есть у тебя карта, Яндекс, нахуя их придумали? Чтобы ты продолжал спрашивать. А ты вот этот пидорас, когда обращаешься, он шлепает дальше нахуй. Ты такой, ты думаешь, мне заняться больше нехуй? У меня телефон проебан, дай как-то связаться. Идет.